В работе конференции принимают участие ученые-математики мирового уровня, лауреаты престижных отечественных и международных премий, отметили на торжественном открытии мероприятия. От лица главы Республики Адыгея Мурата Кульбековича Купилова, от лица кабинета министров, от себя лично, поблагодарить за возможность того, что вы здесь находитесь, и университетскую площадку, и мероприятие, которое в течение 5 дней будет состояться, должно быть очень плодотворным. У вас есть возможность провести личный диалог друг с другом. Все-таки 15 математических центров, больше 250 участников. Я думаю, что все у вас получится, какие-то появятся новые идеи, ну и, естественно, благоприятные работы. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Наука и приоритеты» и призвано стать одним из значимых общероссийских событий года в области математики. Это самое значимое математическое событие года в жизни математического сообщества России, самая большая конференция. Идея была собирать на одной площадке по разным направлениям математики молодых, ярких математиков, всех известных математиков России. Здесь очень важный такой момент, что в пленарных докладах выступают молодые ученые, добившиеся значимых результатов математики. Это вот такая особенность этой конференции, которая была заложена еще на первой конференции, которая проходила в Сириусе. Сеть математических центров, представленных на конференции, объединяет международные и региональные научно-образовательные математические центры, созданные в рамках национального проекта. Тут важно понимать, что это такое совершенно всероссийское мероприятие. У нас много математических центров. Есть 11 таких вот центров, как здесь, на Кавказе. Есть еще 4 центра, которые называются центрами мирового уровня. Вот, все они здесь собрались, и на предыдущих двух мероприятиях они собирались. Для нас, как для Кавказского мат-центра, это исключительно важная история, потому что на площадке вот здесь, в Майкопе, в Адыгее, собираются все лучшие математики страны, которые трудятся вот в этих центрах и обмениваются теперь здесь своими знаниями в самых разных областях. Первая конференция математических центров России состоялась в Сириусе в 2021 году. Вторая прошла на базе МГУ имени Ломоносова. Приоритетной целью третьей математической конференции является представление научных достижений, обмен опытом и обсуждение вопросов взаимодействия математических центров России.